ожидания, но возникает эпизод, привлекший внимание не у ворот, а в центре поля. Игровой момент. В споре двух мужчин судья находит неправым одного, Сона из Днепра. Предупреждение. Хотя и спартаковец был тоже не на высоте. Но вот уже во второй передаче подряд мы акцентируем внимание на предупреждение капитану. В чем тут дело? Эпизодом команды «Днепр» Антону Шоху, капитан, по правилам, единственный человек, который имеет право во время игры обращаться к вам с какими-то вопросами. В чем тут дело? Ну, я думаю, что капитан это правильно, если он обратился даже в вежливой форме, если он обратился просто для выяснения момента. Он просто своим эмоциям, своим таким выражением и даже немножко, если сказать откровенно, словами, такими, ну, даже жесткими словами обратился, и жесты его такие показались, как будто я какое-то преступление сделал, что ли, как будто я неправильно там до того зафиксировал нарушение. Думаю, что если он подошел ко мне вежливо, с просьбой такой, как будто объяснить, я, конечно, этого не сделал бы. Итак, во всех случаях игроки и капитан должны быть корректными, вывод из свода футбольных правил, а судья справедливым и внимательным. И да, и нет. А почему нет? Мы настраивались только на победу, потому что у нас лимит уже заканчивается. Ну а то, что мы проигрывали, сравняли счет, я думаю, мы довольны. Ну, в первом тайме вы играли лучше, и мы об этом говорили с Ренатом Досаевым, и у вас были шансы. Может быть, я не знаю. Не заметили? Нет.
Ну, в принципе, и у них тоже были моменты. В принципе, я думаю, игра понравилась болельщикам, которые сегодня собрались на центральном стадионе «Динамо». Вот. Большое им спасибо за то, что хорошо поддерживали. Может, больше «Спартак», ну и нас тоже поддерживали. Я думаю, мы показали неплохой футбол. Нет, мы показали хороший футбол. Встреча «Спартак-Днепр» не был бы полным без этой к нему иллюстрации. Большинство, если не все, видимо, решили, что арбитр Ромуальдос Юшко ошибся, не назначив 11-метровые ворота Днепра во втором тайме. Но при детальном разборе видно, как спартаковец Родионов первым нарушает правила, отталкивая соперника сначала бедром, а затем рукой, что и зафиксировал судья. Так всегда ли мы правы? И не будем забывать, Ромуальдос Юшко сам хорошо играл в футбол и мастер спорта, судья международной категории.